Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 7 июня. В этот день, в 1848 году, скончался Виссарион Григорьевич Белинский, русский литературный теоретик и критик. Виссарион Григорьевич Белинский родился 11 июня 1811 года в Финляндии. В 1829 году Виссарион поступает в Московский университет. Во время учебы он активно занимается литературой, пробует себя в разных жанрах. Он начинает писать рецензии, знакомится со многими известными авторами и общественными деятелями, активно участвует в литературной жизни России. Умер Виссарион Григорьевич Белинский после продолжительной болезни в одном из флигелей дома, который стоял на этом месте, по адресу Лиговский проспект, 44.